Логово Грула. Они викнут, что он... Ой, не воню. Да воня. Я говорю, этот лу вогов. Чё, много мест? Эти скрин. А, вот скрин. Принять. Пропуск КДК. Один слот, два. О, я смотрю, тут это самое. Мне кем? Там, да-да. Так, а какие камни на меткость и этот самый? Ну ладно, сейчас гляну. Выси. Да, и Коня, Оня. Алло, РЛ. Оня, Оня. Че, все запомнить можете что-нибудь? Хуй знает, все время хочу вык полететь. Что, если вы на уне стоите, сумоньте тогда. Или вы тупе. Ах, сейчас умру. Ах, нет, ура, успел. Покупной челик. Когда словил. Угу. И ничего не упало, да, ему? Я так понял. Без танка сбивали.
Нахуя нам столько хилов, блядь? Ну ладно, еще на Оне, блядь. А дальше так в три можно идти. Третью руку поставьте, а третью огненную. Кого в той темной магии? Ну вон, Трис. Что, нет места? А что, кого ты взял? Бисер, гильдии, а, все. Блин, не первый раз, короче, этот рекаунт забагался, ну. Я могу в ДДС пекнуть. Выход из мира прожал. Сейчас добегайте вниз, все бахнут все. Мои каски, шреддер прокачаны. Таланты. Нет. Клуберс пришел. Шреддер туда, кресты. Хожу налево. Посмотреть. Да, хожу налево, ты кулаки. Ауру заберите, у кого темная магия стоит, поставьте каст ауру. Аур, кто слышит меня, паладины? Паладины. А вот. Здорово, пиньки. Аладья. Аладдины, блядь. Квест берите, кто не взял. Маленький мул. Что, вам рыбку поставить, что ли, еще? А, вам рыбку, бля. Все, что ты тут? Ешьте рыбу. Крест дает шреддер. О, пули уже, нихуя себе. Вы не засумонили Лока, ебать нас. Я засумонил. Мы не сумонили. Лок тут? Нет. Я сумонил, блин. В Долоране. Она в Долоране, нахуй. Он прилетел квест дать делать, блядь. Нах ты пуляешь в это? Стою сумонил людей, ты врываешься, и я хуеюсь. Она написала, вот у него написано, шкаф дам, присумоните, КВ не взяла, ты, блядь, чё? Не читаешь. Взял, побежал, спулил зачем-то, блядь. Еще все не пришли.
Есть. Имей диван. Диван. Имей. Войсковый бьет. Дракончики наверх полетели. Кто там, блядь, зашел Винстона? Пока Грона магии, Крист. Крист. Все, все, Руни отогрелась. Угу, заходите. Тут трэш согрел, молодцы. Вернитесь обратно, суманем ее с Долорана, нахуй. Она в Долоране, нахуй. Ну, шкаф стоит. Хорошо. Эй, вы что тут пьяные что ли все? Я же поставила. Ты видишь, сколько я в дип дохожу? Сколько, да. Все. Я зашла паладином, зашла к РТ. Плюсанула, меня взяли. Вот и все, ты не прав. Блять, откуда закон агрится? Что за херня? Откуда агрится драконы, блядь? Кто там, нахуй? Шаман, ты чё, упал, что ли, туда? Патершам. Как он там оказался, блядь, внизу? Патершам, как ты внизу оказался? Мастер, слышишь меня, блин? Эти три паладина раздадут бафы. Чё? Не один кулак. Нихуя не помогло, на. Мало не. Бой висит. А два мобы внизу сидят. Не могу маны, чтобы дать баф. Бейте РДшники этого моба. Либо ДКшники притяните его. Еще один остался. Он в углом там. Можно как-то его сагрить? Он бьет их двоих, блядь, даже. Пета, может, как-то. Пошлите Пету туда. Внизу прям у стенки, короче. О, сагрим я его. Он отсюда бить, видите? Стоит. Бейте. Нет. По ханту дайте каску на ТП. Ставлю рыбу. Сейчас дам. Я карту даю. Шреддер кресты. Хожу налево, кулаки. Да. МП5 по ханту. Всех каски. А вот, креста нет у нас шамана. Каски сдал, минус. Хотя нет, каски есть, каски, не ври. Крест шаману. Шаману дай крест, Шреддер. Под жопы босса не стойте, драконом улетать будет. Стойте в квадратчике, РПД хилы. ДД.
Алиса, ты не танк, нахуй. Да, ну под морды привычку ставить, да, вот там. Чебурлору, 10. Да, я хочу. Вон лесом тут уже. Как нахуй? Блядь. Вот так вот стояло. Посмотри, где ты стоишь на камне, блядь. Ты там постоянно сел, блядь. Ты чё, крутишь войтну? Видишь, где мультик стоит? Мультик не сдох, а ты сдох. Четыре. Я стою так же там, где есть Финси. Скорее стоял, мать. Надо учитывать, что дыхание хливом идет. Бля, что ты не будешь нахуй лимон учить нахуй? Сдох, блядь, стоит и замещает, что я сдох. Дыхание пополам. Не, по центру будет. Как говорят, по реке, блядь. А нахуя вы... Берли его нахуй, этого Ретвика. Вот то, что, блядь, моб повернулся, уебал меня, я не давал, блядь, что он туда-сюда крутится. Ретвик говорит. Третья фаза, босса на. Я пол. Ой, лагерь. Разверну сейчас. Ой, Сир. Развернул. Сир. Я же говорю, Сир. А не, давай. А, не успею. Попробуем. А, бля, минуту. Два, один хил. Все. Че, умираем или че? Войт. Да, умираем. Мастер, смотри.
Ты видишь, куда воид дракона ставит? Он его ставит не хвостом в центр, но чуть разворачивает. Поэтому там, где ты стоишь, если ставить его ровно, не умираешь, а воид доворачивает, поэтому ты... Ну, там мастер оказался справа от мульти. Не разбегайтесь. Я на больших. Каска на всех. У варов нет каски. Первый союз, а пристоишь. Вот, теперь все. Рыба стоит. Копия мага. По-моему, а в центре. Копия отъехала. Нет, у меня есть на броню. Нет. Откуда появились-то? Ну, то, что ты мне давала, я их не юсала. Ясно. Что, полетела шмара? На мишку, на поле вынял. Алёшчик, не перейду, что ли, к тебе, а? А чё такое с ним? Осторожно, тукан горит. Магия, я не знаю, если каст вспышки будет... Если каст вспышки будет... Так, оружие... Вспышка называется? Вспышка пламени, да? Шам, где он в центре, где он был. Да, ну еще фокашил, походу. Тупо в КДВ давайте. Он стоял, ничего не делал. Закончил. Вряд ли, кто-то только что вылетел. Скорбно.
еще один большой выход. Мы без шамана, осторожно. Добейте большой. Добейте босс. Свет выбило. От жопы не стойте. Да вы шутите, блядь. Тихо, палом двигаю. Ты чё, хапал не захиливает, ты чё? Так я разумеется. Я не заплатил, потому что не упал. Mm-hmm. Бой пока. Все, пусть пытается. Mm-hmm. Че, упали все? У меня бой чё-то. Чё он доебался до меня? Не собрал, что ли? Уже со себе. Уже есть он же. А, ты на этом. Там сам два ранит. А, почему? Давайте зайду похилю. Надо, но я не хочу вайпаться. Он у нас вторая палка пришел, да? Я могу. Таких, ну, минус тысяч. Где каски, блядь, по шаману? Да, давай, такая. Опоздал. Замена сел. Ты хочешь сейчас до этого доебаться или что?
Я тебе изначально сказал, что хочу купить свое дело. Да, ты что, делаешь меня виноватым, что вы сейчас тут сидите, падаете полчаса или что? Принимаю, мне, блядь, НПС не прогружается в Долоране по квесту. Какого-то хрена. Кто другой попробует со мной, сейчас я тыкну. Пришел? Нет. Пришел Сумон? Да, ну все, шприц тут. Ставить? Нет. Если что-то кому-то не... Я в шапке, ля. Чего обижаешься-то? Чего обижаешься? Ну, можно это переслевнул, можно бар взять обратно. Ну, и так все друг за дружку потянутся. Что вам где-то мне сказали? Медведь. Приз твой дед. Чё-то тебе рановато танчить, походу. У тебя там 2000 осталось. Ты бойся, ты Оньку раскрашиваешь. Шредер, смотри, если слышишь, когда будет побежать, дракон оставит. Я с трэшем буду с маленьким. На дыхании нажмешь БЗ, дальше на капу. Потом то же самое делает ретрик, хожу налево. Побой. Потом уже я побегу с трэшем. Лагает, я не могу. Пусть кого-то убьет. Просто в слайд-шоу. Верни три, да елки-палки. Я лага, я вишу, бля, я не могу нахуй сагрить отвернуть. Я просто при. Ты что, не можешь отвернуть? Нахрена ты танк который пошел? Ты мне говоришь? Я вам говорю, я лагаю на дракона. Вот сейчас все но. Я специально сказал, что я лагаю, чтобы ходили. Дыхание.
Дыхание наискосок. Отходим звездочку. В центр уходим. Друль умрет. Чебурлол. До свидания. Зачем, блядь? Стоял бы в реке, жив был бы. Да Мишка не спасся, тупо прибежал. Дыхание не зря. Два процента его и фаза. Антифир закинул на тебя, шансон. Так, полагаю, пока чуть-чуть. Вспышка звезды. Сколько третья фаза? Ману, пошли ману, залей. Я уже дал, на тебе висит твой шансон. Гим на ману. Моба-то убейте. Пошел, убейте. Фир. Слышка. Встречных не стойте. Бокрут не отбежал. Дали вспышка, что не отбегает. Мульти, закинь второй антифир на Мишу. Если успеешь. В лужах не стоим, трещин квадрат стали. Как сказал, может быть бейте? Мойте гимн на ману. Мистер будет бетер. Давай. Фир попали. Нихуя плащ. Отренька ахилловская. Где моя голова? Кто ты мне на стринку спиздил, а? Это плащ. Мак, нахуй, нормально, блядь. Мах. Крис. И портал пропал. А, 96 манорегена и больше нихуя. А там если в паре их брать. Да я так и не буду брать, это так для прикола. Пускай забирает себя, я смотрю, они там полташные. Но если аркан, то да.
Ну, этот кузнечный жар будет намного лучше, чем, блядь, эта хуйня. Эта херня только нужна, если у тебя весь еще есть и вторая, блядь, тренька там на хп реге. Правда, они вообще обе бесполезные. Пять ДКшников, из них 4 ФДК, да? Вообще какой-то багровый тут, в том ТПС ворвался, ну, через лужу. Угарь какой-то. У меня лог 72 уровня, алло. Твисси на холи пала пошла, да? Что-то танчер, да? Плащ выиграл мах, если ты про пелерину, выиграл мастер шанс. Сейчас я скину, сейчас. Там плащ на P5 же вроде, да? Нет, хаста крит. Хаста крит сопрот. Там резисты такие. Там надо чередовать шок и свет небес туда там. У тебя хасты будет столько, что ты охуеешь. Вот, вот, почитай, почитай. А плащ, оказывается, не я сролил, блядь, а где у меня плащ? Короче, шок, ну этот, прокает хрень, тут кидаешь шок. Ну шоком мало кто хилит, поэтому не знаю, насколько актуален этот бонус. Обычно на рейде сидят эрдру. Шок дает инстантовый каст флешки. Да. Ну, если только по кругу гонять. Это глупо, я считаю. Просто танки будут проседать по хп твинс. Тебе не кажется так, что если гонять это через шок, блядь? Резки так нажмешь пару раз, блядь, и танк упадет у тебя.
себя там был уже похилить. После немоты, если танка надо поднять, ты шока даешь после немоты. Прикинь, мне показалось, что я сролил этот плащ, но этого плаща у меня в сумке нет. Как так-то, блядь? Че, все здесь? Подожди, не запускаем. Юля, ты палом, да? Нет, я локом, я фанские банки скину. А. Так, где мастер Шон? Я рвогой. Пись, поставишь шкаф? Ой, шкаф, ящик. Сейчас подойду. Пиздец, у меня плащ удалился, нахуй. Сам. Может быть, ты свалил с инсты, пока ты его не заролил? Нет. Он у меня был в сумке. По-любому должен быть. А можно кулак подыграть? Я нажал этот. Здорово. Добро пожаловать. Нажал сортировку, короче, и пропало все нахуй. Призыв серебряного авангарда и без колебаний. Не все, а именно этот плащ, блядь. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. У меня автосортировка до этого нихера не пропадала. Может, кому-то нечаянно, блядь, отмен нахуй ткнуло, ну вряд ли, блядь. Да, он спасует. Цитадель ледяной короны. А это Сэмпер. Я видел и более достойных соперников в багровом. Да, не, вот есть. Сони топовый плащ, не слушай их. Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван город. Это первое время, я имею в виду. Да там ступни упадут мне. Шучу, конечно, их не заберу с пэдом. Ну, если не упадет чешка, ступни забираю я. Либо бокус. Ты тогда про чешку можешь забыть на месяцок. Видите, а пожалуйста, Нобль, да, сало вешает, просто стоишь, ничего не делает. Ладно, кончилось. Ну, через лужу, когда через ротацию все равно он садит. Какая разница, спать не дамажит все равно. Боль, хилас. Правую? Давай, левую. Съебал, три раза бегай, когда нас... Чё, вам Геру, нахуй? Да, вообще. Всё, нет зелени. Вендранов, где? Техник, да? Он слева. Череп, бегом, зеленоглазые. Где Вендранов? Где всё там? Где он стоит?
Повеяло. На РТ. Есть места? Есть. Джованни шипет в поле. Как это мы так заморозились, интересно. Да, мы вообще хрен знает где стояли. Так, бегит. То есть через глотку? Послышалось, бегит. Эй, Джагит, парень молодой. Не убегай, не убегай. Да говорю же, не убегай. Я не поняла, спасибо. Ты мне Бог дарит. Не, по спеку, ребят. Давайте это. Ткань тканькам, кожа кожникам. А так это не свой клад доспехов, не надо ни. Что тебе угодно? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Да, я же пишу в ШП или в поле. За тринки ГП или без ГП? Тринки по ГП. Тринки по ГП, да. Утешение, выбор, жук и это. Ну, как его. Вот, власть. Да, шкаф тут, вот, в центре. Так если и ВК падает до вас, то почему с обычным ГП идет за тринки? В ИВК пали все, кроме ласта. Почему за обычки ГП? Когда я закончу, появится грозный демон. Интересный вопрос. Готовьтесь к забвению! Обходи я тоже. Не, почему? Не, релогнут, модификацию включу. Что это за выбор гер или утешение гер, но за обычки-то? Ну, смотри. Ну, мы ходим и в гер, и в обычки. Почему в обычки идет ГП за трини, который мы можем... Гер что, не идет, что ли? Короче, говори в том случае, что если есть хаймовский, нахуя нам за обычные начислять ГП, блядь? Да, это было еще до нашего прихода в гильдию, так было. И, в принципе, ну, поскольку три недостаточно редкие, они бисовые или предбисовые в определенных случаях, поэтому они идут по ГП, чтобы не пылесосили все подряд. Я считаю, это справедливо. А то, что касается гер и об, так в гильдии действует такая, что если у тебя есть обычный, ты ролишь геровский, то тебе начислится ГП. Разница между геровской и обычной. Понял? Да, то типа улучшит какая-то. А минор апгрейд. Есть еще в лутмастере такая, две ПКП лутмастера и кнопка. Минор апгрейд. Это если ты апгрейдишь смотришь СЛК оп или РС оп. Ну, СЛК гер. Поэтому все справедливо. Когда будет очень много чаров и будет падать на КТ много инстов, ты поймешь, что это идиотизм. Когда ты в обычном... Вот когда будет, вот тогда смотри, мы поймем, смотри. А сейчас никто не понял. Я понял, о чем я ситуации, когда чел там набирает приоры, пылесосит лут.
Вот. Мало здесь того, что ты хочешь этот плащ, блядь, за ГП забирать, ты еще хочешь выбор без ГП забрать, да, нахуй? Здесь, я думаю, будет так, не больше одного перса привязано. Как, допустим, в других гильдиях было, чтобы не было этого пылесосинга. Связываются два чара. И второй чар, видите, кстати, инфернал. И второй чар должен иметь либо бисовый спек, если на РДД, либо предбис в двух спеках, чтобы их привязать. Ну, да. Не будет, конечно. Вот как ДМ порешал, значит, так и будет. Не должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Кому нужен ревень кровавой бани? У меня есть героический. Отдам. Мне. Так а чё рвались тогда, если да, у тебя героический? А я его не нашел в сумке, потом увидел, он рядом появился. Я отдаю, короче, рыбки в атах. Потом 48 кинул. Ремень Клыкач 58, кстати, кинул. Ну смотри, рыбка. Ты на кого, на ДД ролишь или на хила? Отдай лучше вару. Какому нахуй вару? Ретрику отдайте. Кто там ролил ремень, ещё посмотрим. Вот, Вися, не одна ты с короной ходишь, блядь, прикинь. Сражайтесь во славу. У тебя корону отжали. Да у меня сет попили, не? Чё-то какая-то трансляционная. Угу. Привет всем. Привет. Кого не видел? Чё вы там? Ханту не отдавай. Я дал, короче, ретрику, пояс, вся. Ну да, у меня ретрика надо, как он. Стоит третьих по априору вар. Лиса в танк, а не в танк. Мой. Шамана, блядь. Что, без Алисы, да? Груда хреновая, вообще не смотрите. Убирайте рейндж от ниликов, от роги. Выбить. Могу притянуть его.
ДК уберите среди тоже. Не бегу ДК на магов, на хилов. ДКВА. Вот, уходим. Шредер. Убирать, да. Холипал у нас. Значит, давай здесь отводим от рейдов подальше Шредер. К нам не подходит, к танкам никто, кроме Холип. Суки слили, блядь. А у меня кошка сливает, нахуй. Рыбка, у тебя агрит свет. Рыбка. Рыбонька, встань ближе. Ближе к рейду, встань. Между танками и рейдом. Да. Убери раньше. Пошла нахуй эта кошка ебаная, блядь. 50 Друля кастует. Че, нет лока? У Муса КД. Че, Ратик нахуй в рейне, милый? Сейчас заберу. Странный, давай это... сюда его, веди карты. Это лучшие представители Орды. Бокрус, подходи к Шредеру, Средик. Видишь, где там другой стоит? Туда иди. Видишь, где другие стоят? Квадрат там. Туда иди, вы друг другу будете помогать там. Угу. Вот, все. Беги, малышка, беги! Сдай ему шанс. Иди сюда, Бокус. Вот тут там танчу. Вместе со Шредером в этой куче. Вот, держим. И к нам в последнюю очередь подходит, иначе не к вам побегут все эти трое пидоров. Помогайте таунтами друг другу. Если видите, что фир дали стан, ретаун делает пау там праведную пунюжную. А тыкайте станы проще. Станы КД. ДК, осторожно. Не Ретрик успел покаяние, да, перед смертью. Сучок.
мощный. А этот вар на роге висит, не могу. О, АЕшка. Плащ. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Добрый день. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Жуткие воины. Может, Алиса спекнется на Валь? Да ну и на. Рыбу жрем. Фул рыбав пошла мана дать. Как бы не сдох, хер поставил. Нормального повелителя. Во имя короля Лича. Вы умрете. Можно я наверху лебал? Я без маны был. А я тоже без маны был. Похуй, блядь. Пускай пуля дальше. У нас и друидов вроде. Друиды же есть, есть. Киндер-то не дали. Он гимнанану. Я вижу, что друид вообще нормально. Весь рейд вход он. Под КД все охоты висит, это хорошо. Тейнер дайте. Куда ты повел? Ты не будешь вести, вдруг белый будет. 5 лямов нахуй стал, 3 ляма стало. Да я вечно туплю на этих вальках, просто жесть. Ну все, мана сделай. Джованни в Холи Присте, да? Что это такое, нахуй? Наручи с мастерством! То, что нужно. Ботинки с ареста досмотрим на пятницу. Блять, рыба исчезла. Ставлю перед ним. Как дела? Паладин, уступишь наручи? Сомневаешься в могуществе? Который налево ходит на танк. Дай треть. Вот, выбегу вперед. Кстати, этот налево Мидвея напиши в личку там имя, спек. И убит ли у тебя проф из-за. За 233-м проф убит. А кто кулаки бахает, блядь, дайте по хантам, а я уже второго босса бью. Хант направо. Зато на шамане есть, а креста нету, все нормально, что ты доебался. Так мне не говорили, чувак. Кто шо, на кого? Шинстунг? Шредера? Трыбу поставишь, мастер, или кто там?
перед пулом поставили, вы его запустили вообще? Мы вместе только нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Войт, а могу я быстренько слетать в Долоран, взять тапки, сразу вы меня суманете, потому что мастерство добрал нам. Построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. Ебать, у нас один варвар один. Как можно сделать расу гоблина? Что сделать? Чего, у меня 15 команды, я думал рыбу поставить, сейчас погоди. А у Чуберлола, блядь, 4 куска нахуй? Ты десятых 4, блядь, а? Такой прохил маленький, что за ним? Дайте кулак потыкал. Кулак обновите по... А нет. Фагон. Ага, девочка. Это мальчик еще это, блядь, 12 лет. Что-то я доебался, блядь. Че, готово? Эй, ты че, педофил, блядь? Мне что-то кажется, это школьник 14 лет, блядь, что-то... Давай пульнём уже. А, не, это Валя, всё нормально. Что за лаги? Да ёбаный рот. А я же не успел кастануть там. Чего с огромным? Минус 3 на. Бля, взял. Почему ты побежал на мою лужу? У тебя в центре развелась, ё-моё, Войт. Ещё минус 1. А вот в центре на ней стою. Она уже потом развелась. Ну, блин. Людей потом. Соберите жука с хила, он стак и же стакает. Похуй. Далеки не издалека там, да убеги. Три сферы летают еще. Две. Да.
Это твой вот, это твой. Нет, вот это твой, который под жуком. Он же к тебе на лучший пришел. Ману. Шмана мана нету. Уже пошел гимн, зрение пошло хорошо. Твой дальний. Минус хил, жук убил. Хорошо. Да, устану ему выбирать. Вот, забирай теперь. Привели, блядь, ну. Спасибо. Жук зарылся один. Стой на шипах, да. Зароется в могилу. А, кстати, мне сказали, я читал обнову, то можно сферы ДКшникам притягивать вниз, блять. Да, кстати, тоже читал. Ну-ка попробуй. Протестим, пацаны. Опа! Хорош! Жук. Может это, включим тапки? Айс, вылезу. Убирай право. Вот здесь тут. Там, да, забирай. Второй не на мне. Я без мана. Ладно, хилы стопните, хил, блять, а весь рейд на фуле, нахуй. Я только танк. И то сейчас это... Лимон, сними частицу. Сними частицу. Снял. Маны нет, не хилю, похуй. Так. Чё вы хилите так же? А уже вообще стоп хил. Опускайте по хп, мосы, чебулов, опускайте хп, да. Хпс, мульти. Чё вы, блядь, рейд на 80% держит. У меня мана кончилась, медведя. Я так делаю, мне похуй. Я сейчас на рогу зайду. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Покинул тело.